Река Енисей. Сегодня 1 марта. Вот такие у нас льды. Будем пробовать моржевать. Очень большое течение, прибывала вода, и большое течение прибило лед к берегу. Рыбаки рыбачат. Ой, как здорово! Господи, дай мне здоровье, моим родным и близким, и моим друзьям. Аминь. Закаливайтесь! Второй заплыв. Тело покраснело. Первый день весны. Всех с праздником. Занимайтесь спортом, занимайтесь скандинавской ходьбой. Будьте все здоровы, счастливы, всем добра, мира, любви, благословений. До новых встреч!